21 марта на арене Ледового дворца состоялось торжественное открытие зональных соревнований первенства России по хоккею на Кубок Поволжья. Участвуют ребята 12 лет. Надо сказать, что хоккей в городе Сарове более чем за 50 лет своего существования превратился в общественное явление. И не только потому, что это мужественный вид спорта, но и потому, что никогда не оставался в стороне от увлечений и интересов жителей нашего города. На лед вышли 6 команд из Нижнего Новгорода, Заволжья, Глазова, Кирово-Чепецка, Балакова, Сарова. Неожиданным для многих стало, что в игре для настоящих мужчин участвует женская команда – Нижегородский «Скиф». Добрый вечер, ребята и также девушки. Мне до сих пор непривычно это как-то приветствовать сразу и девушек, тоже вместе с ребятами. Я просто пожелаю вам хорошего турнира, без травм. Я вам всем хочу пожелать честной, справедливой борьбы. Пусть победит сильнейший. Берегите друг друга. Здоровье и жизнь ваша самое главное. Зональный турнир по хоккею с шайбой на Кубок Поволжья среди юношей 2004 года объявляю открытым. Соревнования пройдут по круговой системе. Расписание игр можно уточнить на сайте спортшколы Саров. В чем прелесть этих домашних зональных соревнований? В том, что любой, каждый может прийти и поддержать свою команду. Это и наши воспитанники, которые в детской юношеской спортивной школе Саров, и одноклассники детей, но, безусловно, родители, соседи, все желающие. За 20-30 лет в юношеском хоккее произошли значительные изменения. Появились хорошие клюшки, профессиональная экипировка, теплые раздевалки и искусственный лед. Неизменным осталось одно – спортивный азарт, желание победить и поддержка болельщиков.